Everybody gives you advice, yeah, on how to live your life, how to live your life. Don't you know that life is full of surprises? You better realize, better realize. Nobody knows, nobody knows what's in your soul and how your heart works. Nobody knows, nobody cares. It's time for you to live your life, yeah. You can do it right now. Oh, you can do it right now. Знакомы с Настей. Мы знакомы, да, с Настей уже 5 лет, очень давно. С Настей я познакомилась вообще шедеврально. Это было в педуниверситете. Мы приходили на практику перед университетом. И это была любовь с первого взгляда. Мы начали общаться с самого первого мгновения, как друг с другом познакомились. Она для меня стала очень близким человеком. Мы с ней очень много чего пережили. Она всегда меня поддерживала, настраивала меня на учебу. Была таким моим ангелом-хранителем, что ли, в университете. Всегда помогала. Я ее очень люблю, она хорошая. Она очень давно этого ждала. Она очень любит Сережу. И мы всего это ждали очень давно. Да, очень ждали. Думали, как это будет. И вот уже настал этот момент. Очень волнуемся. Да. Не, ну Настю, конечно, я тоже помню очень таким веселым, позитивным человеком. Она всегда меня выручала, за что я очень благодарна. Всегда мне помогала, всегда была рядом в трудную минуту. Вот, и я очень рада, что сегодня такой день настал, когда ты выходишь замуж. Я очень счастлива за тебя и желаю тебе большого счастья. Да, мы тебя любим, Настя. Очень-очень. Ну, что сказать, с Серегой знакомы давно, лет, наверное, так 10-12. Вот. Человек вообще отличный, замечательный, позитивный, поддерживает всегда во всем. Ну, Настюху чуть поменьше знаю, и, ну, за этот промежуток времени они стали для меня очень родными. Что могу пожелать им? Чтобы они любили друг друга, дорожили друг другом, чтобы их любовь была крепче, чем алмаз. Ну, счастья.